Всем привет, с вами Макс Риск. На обновление Create Waves обновляем и читаем. Новая возможность. Ой, блин, пропустил. Так, новая возможность. Честь клана. Сражайтесь за свой клан и выигрывайте награды. Новое событие. Выигрывайте особенные украшения и призы в мероприятия на день Святого Валентина. У нас не скоро, скорее всего. Новые бойцы. Бона Бум и Сержант Бас. Бона Буб и Сержант Бас. Прикольно. Получите их за честь клана. Или в астральных коллизий. Это кольцо. Кольцо такое крутится. История заданий новой главы. Найдите генный банк. Новый обычный детектор для сканирования реликвий. Оптимизация интерфейса, сбор марши и сражения астральных коллизий. Караванов, кланов, великой обезьяны и мутантов. А, еще так понял на английском. Окей, я изучаю английский, скоро и расскажу на английском. С помощью, с тетрады, что я ж учу русский, блин, как украинский, одинаковые, да, слова? Поэтому легче. А хоть если английский, то еще, наверное, 10 лет. Русский учусь с детства, да, со садика, Ну что, все общались с Аники русским, а я украинец. Такой пришел, вау, привет, смотри, че, блин, украинец, блин, детский, что-то, ага, вообще. Ага, значит, 7, значит, прошло сколько времени вообще? Так, 3, он код это бонус мне, 11 лет, 11, 12 лет скоро, 19. 12 лет я учу русский. Может быть, даже раньше, не знал. Хочу и то учу. Все. Так, наверное, будет прикольно. Так, а я хочу теперь узнать, зашел в Google. Я хочу почитать там пробному гайды тактики. Ну, пробному, что перевести вам. Да, у них есть ВК еще, в принципе, может там почитать. Но я построю, как там? Так, разружайся. Тун-тун-тун, давай, может быть, новый экран будет. Новый Play Games. Так, а я сразу переводчик по-бырому. Не, можешь, конечно, зачитать, но я ж не все перевожу. Будет очень сложно. Да, у них есть официальный Discord, там все, YouTube, как я почти, да? TikTok, лайк вроде бы есть. Лайки есть, они в TikTok тоже есть. Беседа у них такая, я вступил в группу. Так, вот, уведомление уже прошло сразу так, бах, уведомление. Чтение. Вау, ты же вас первым чего прикалываете? Там просто новая аватарка, реально, сейчас посмотрите. У вас будет такое, если не, я вам покажу потом. Или на превьюшку, ну, в принципе, да. Так, да, покажи, покажись. Там просто бомба. 2021 Happy Spagging Festival. Блин, у вас нету, нормально. А тут есть, я скачаю, вот реально просто бомба. Тут носорог. Все празднуют, такой, ура, 2021. Как так, кстати, было, мне интересно. Так. А, так это было вчера. Вчера, так уже 2 месяца, уже как 2021 год, нужно у Китая уже наступил 2021 год. А у нас нет. А ну-ка, сейчас спрошу в интернет. Сейчас в интернет узнаю, так я хочу скачать это всем. EduWaves, папочка, скачать. А ты не поверишь, что я знаю про обнову, скажут, а чё и превьюшки нет. Так, значит, когда у Китая Новый год? Это будет правильный запрос. Так, у вас игра грузится, всё нормально. Так, сейчас узнаем. Когда Китай откроется граница? Да нет, откроется турист. Отмечай Новый год, во. Отмечает Новый год. Тип. А от Нового года когда, блин? Один день тому. Китай Новый год 2021, когда начинается и когда принятие праздников. Уже начался? Да ладно. То есть у нас... Так, как так понимать? То есть я могу переехать в Китай, я буду моложе 2 года месяца? Капец, когда Китай день рождения? Точнее, Новый год вообще-то. Новый год. 13 февраля. Таким образом, следующий год по китайскому календарю наступает 12
февраля, да, и будет отмечена в этой азиатской страны не 2021, а 1719 год. Чё? А чё не 1031 писали? Потому что то, что сошло со мной. Предложение ухода белого метательного быка до 30 ноября 2022 года. А, так у них чередуется. Окей, у них уже Новый год. Уже Новый год. А все говорили, а чего Новый год нету? Так, а, так это модераторы писали. Так они про это не знают вообще. Шеф, мне нужно отправляться в клан. У них есть важные новости. И нам нельзя их пропускать. Окей. Пробно, да? Ого, моя честь, блин. Я отправляю сильнейших героев, и он осал проводить тебя. Капец, самый стрельщик герой, самый Эрик, блин, капитан, самый могущественный. Что за фигня? Что происходит? Так, офигенно, если честно. Давно я не видел Эрик, блин, что так только появлялся, блин. Подписчики дождались тебя, слушай. Жду, да не дождусь, блин. 100 лет как прошло с твоей... Чего, блин, друзья, что-то новое обновление вышло. Новое. Так, что у нас такое? Окей, применяем. Ага, 500, да сейчас, Эрик. Вы на прикалываете или что, блин? Так, ну тут пару... Ой, переборщил, нормально, наверное. Опять что-то давай. Все, красавчик. А, так талантовость... Good words. Чё за фигня? Не, ну это класс, это мутаген, я помню это. Куда си? Good works. Офигенно. Заново все это делать. Атака гонщиков. Офигенно. Увеличить атаку войск. Вот это классно, а не атака гонщиков. Не, ну в принципе да. Скорость войск. Атака гонщиков. Дальше что? Давай еще. А, так вось. Thank you. Скорость гонщиков. Не надо. Скорость гонщиков. Тогда стали, слушайте. А там что? А что там? Скорость. Тогда стали, блин. Вот сил давай. Махатырскую, блин. Гонщики универсал. О. Здоровье. О, давай. Капитан, блин, Америка. О, давай. Уже как-то ошибки исправляю. Включи защиту войск. Давай, красавчик. Давай дальше. А кстати, а что там будет? Атака важнее, чем удара, там все не хватит. Увеличить урон с дорожевых башен по стенолом. Не. Скорость сбора пищи. Та достали. Увеличить скорость войск. Ну хай будет. Это просто. Так. Снижить расстояние выносливости при атаке обезьян. Нет. Здоровья. Да. Удачи. Да, здоровья. Так что при атаке вражеского города увеличивается урон в отношении постройки башни. Да я не воюю, меня тем более не так плохое время. Скорость, да зачем, блин? Отряды, по которым проходится обычно так, останавливается о ярости. Да почему бы нет? Да давай это хоть скорость войск. Вот куда нужно качать. Что-то будем тут даже. Чисто атаку войск. Давай. А чем за? А, так уже все. Окей. Спасибо, обычно. Вау. Я просто фанатею теперь. Так, ну покажите тогда подписчикам новый герой, что сказать. Воля! Друзья, новый герой по названием Сержант Баз. Прям два героя дают. Я вам показан в рюшке. Потому что я кого-то там увидел и сразу показал. Красивый такой, блин. Боно Бум. А оно было, кстати, в заграничном доступе. Поэтому как-то так вот. Биография. Никто не знает войну лучше, чем Боно Бум. Да ладно, что, в войнушке играл? Боно Бум начав с самого низового. Прям низкий, да? Боно Бум завоевал репутацию мастера войны. Талки, история интересная, читайте. Дальше давай. Ух ты. Защитный, блин. Офигеть.
Я из Макса Стила знаю, я смотрел мультфильм. Мультик Макс Стил, анимешник. Ой, нет, мультик, мультфильм. Макс Стил. Как там, Турбо Сила этого чувака, защита вот такого вот. Нагрудники, вообще-то. Что это такое? Блин, ломал его. Ломается. Золотой, кстати, персонаж. Как этот чувачок. Офигеть, он все красиво. Раньше такого не было. Золотой. Прям удивительно. Прям, знаете, вот реально скоро станут все мультиками. А я-то думал, куда игра стремится? К мультикам. Ну вот и осталось, конечно, нормально. Дальше. Мультик. Ну, мы тебя обзывали. Так, давай читать дальше. Ты. Биография. Никто не знает, кто содержит, смог выжить в космосе. Да, ясно, ты космический. Так, встречайте капитана Герцог Шон. Встречайте капитана Электро Джек. Встречайте. Ух ты, ты обновился, реально? Раньше такого не было. У реально стал красивым. Офигеть, блин, вот реально. Механики с тебя просто шок. Разработчики не трудится, а я такой, нет, да? Окей, ролики тоже будут, но мне нужно English подизучить. Так, дальше. Офигеть, блин, дальше. Подожди, подожди. Ну, что-то под редактировали. Раньше мог так дун-дун делать, теперь как-то потихонечку идет. Как-то, знаете, серые-серые фиолетовые, золотые, чтобы не дрались за золотых. Но дают сами. А мне дали хоть? А это слушайте, блин, ничего не дали. О! Он стал еще красивее. Окей, разработчики, вот меня порадовали. Ну и остальные, конечно. Ну что тут я, лично я. Так, вот, что еще? Я просто в шоке. Нет слов. А, ну есть, в принципе. Иди в атаку, смотри тут. Не, ну тут не изменение, нормально. Прям, знаете, вовремя узнал про данную игру и сразу начал снимать про нее, потому что была похожая игра по названием Зуба. Я тоже про нее снимаю. Там были теперь такой, блин. Если я не успею, то и найду топовую игру в тренде сейчас будет с Каплан Маркете, которая нам не понравилась. И вот и я мечтал об этом. И бабах, это какая-то мечта избылась. Ну, она не моя игра. Так что вот так. Ну, хай будет, в общем. Она мне нравится. Так, я хочу нового персонажа, пожалуйста. Конечно, нет. Потому что там еще нужно буквально 12 штук. В Китае есть такая штука. Что считает, когда у тебя будет как минимум эпический герой. Но это не факт. Как Brawl Stars так же самое, между прочим. Они про обнову говорили. Теперь я применяю этот навык в игре. То, что там говорят, когда будет какая-то карточка. А нам русским, когда русские игры говорят, а вы не знаете про это. Понятно? Вот в Китае лучше жить, поэтому хочу в Китай. Ага. Посмотрим. А, раньше были диски, помните? Раньше зайдешь, раньше победишь. Логично. Раньше зайдешь, раньше победишь. Что тут сказать? Огроменная игра, если честно. Играй сколько угодно, но... Это же не все. Давайте узнаем, как дела в игре. Игра закончилась или нет? Вроде бы территория нормальная. Блин. Там-там-там-там-там. Мы проиграли. Да и ладно, вообще, забейте. Не, ну они реально захватывают быстрее, чем нападают на нашу орду внутри, потому что на нашу нору, да, нору, там вообще так жестко, настолько больше, чем в войне, кто там на территориях, тут вообще легко там жить. Если честно, я в шоке. Не, ну класс. Все, хочется. Герои тут не всех, блин. Это прям на какие-то серии, прям эпизоды поделиться. Или самому. Так, что дальше? Лечить. Атаку войск, конечно, учить. Атаку войск, а ты чё? Лечить. Защиту войск, давай. Конечно, 150 можно. Еще изи. Атаку войск, лечить. Урон войск увеличивается. Во, давай.
Тем более уже максимум. Окей, в принципе, можно гайс. Что лучше, играть или учиться? Уже хочу учиться, чем играть. Ну, в принципе, мне нравится играть. Вот именно то, что они стараются. Покажи еще, кстати. Не, ну ты не изменилась, нормально. А ты? Ну, ты вроде тоже не изменился, но был изменен, так что сойдет. Глаза я в шоке. Дальше. Ну, ты не изменился, но, в принципе, мне так нравится, нормально. То чувство, что разработчики всех изменяют. Прям мощно, мощно, мощно. Дальше что? Вот что такое? Вот что это такое? А че? Где мы находимся, кстати, не понял. Я не биолог, не изучаю, я физики, англоязычный и математики, и у Кормова, у Курлит, и все остальное. История тоже. Так себе. Блин, я вышел, реально. Так, все, давай, закрываем. В общем, я не знаю, где мы находимся. Пиши в комментариях. Тем более, я не хочу изучать это. Ну, в принципе, если друзья со мной будут дружить в реальной жизни, то я хочу, чтобы они мне помогали. Кстати, офигенно смотрится, вот реально. Офигенно. А можно мне скачать его? Разработчики, дайте мне такую функцию скачать, на превьюшку поставить. А то мне ничего дать превьюшки. Вот реально. Помогите. Чтобы было больше просмотров вашей игры. Так, видите, так, в общем-то, это классно. Где? Так, ладно, потом этим займусь. Что сказать? Офигенно. Вау! Покажу про обнову. Да, все же я ютубер, нужно обнову. История объектов, склады забрать. То есть там уже переместили, как я понял. Реально, все переместили. Все переместили. Раньше было в другом месте, покрасивее. Человек кост там ставит, а человек кост. Что значит? То, что рекомендация, да? Офигеть, тут уже есть рекомендация для нас, друзья, которым вообще ничего не знают. Ну, может быть, и вы знаете, но... Извиняйте, это я так по себе. Так, это у нас была банда. Клан. Так, какое место? Рейтинг 2. До сих пор рейтинг 2. Миллион у нас. Золотишко, раздаем золотишком. Что у нас тут? А, это то честь клана, это тот честь клан, о котором мы говорили. Так, это значит, что нужно правильно доставлять, атаковать и мочить. Пошли. Телепорт. А чё там воюет? Чё не понял, блин? Чё? Подтвердить, да, подтверждаю. А реально? Кто вас? Кто это сделал? Давай, я замочу. А чё тут? Реально действие, война какая-то происходит? Ай, блин, точно. Да, тут реально война, а ты что думал? Я думал, что не буду врываться. Они такие реально сильные. Это прям Вторая мировая. Капец, блин, спалили вас. Эх, народ. Мне даже нет. Не так уж много лет, поэтому я не могу выйти через границу. Я буду в безопасной зоне, как много людей. Там дети, родители, там все остальное. Они это придумали. Разработчики реально постарались. Для меня это честная игра. Честь просто. Поэтому канал остается навсегда. Если будет реальная игра продолжать. Ну конечно, блин. Офигеть. Просто нет слов. Что она реально будет продолжать дальше. Что будет в будущем? Не знаю. Так, читаем пробную. Вот, уж хочет пробную читать. Я думаю, про это все знаете, вы знаете, что уже сегодня уже день рождения, точнее, какой, блин. Ну вот, в данной игре все ясно, все логично. Так. Что там такое? А, война. Офигенно. Вообще-то смотрите, тут вам прикольно. Так, переводчик работает? Да нет, вообще не очень. Это почитаем сейчас. Офигенно, если честно. Видеоконтент кнопочку не трогают, а я потрогаю. Там еще пару есть ютуберов, в принципе. Ладно. Так, читаем. Дорогие обезьяны! Ага, интересно. Ваш отзыв о нашей коррективке спортивных ресурсов банды был хорошо принят. Мы не смогли в достаточном мере рассказать вопрос о том, что нас в Старом Севере мало играют. Это... Давно говорили. Должны были победить гигантов.
То самое, я не знаю, сори. Блин, некомфортно. Мы приносим искренние извинения. Ой, блин, как всегда, блин, искренне. За эту оплошность. Понятно. С гигантосом на обычно мутантов, которые могут победить одиночные игроки. Одиночные. Теперь они настроили, чтобы одиночные побеждали, как я. Это уже классно. Если охранник гигантов уже существует для вашего места с ресурсом банды. Там сражение идет? Реально? Это классно, что так долго идет. Я буду читать. Блин, проигран. Черт, твоим гнитолу. Сейчас будет подключить. Да есть шансы, не бойтесь. Гиганты уже существуют для вашего места с ресурсом банды. Вы можете дождаться истечения срока действия гигантов и повторить вызов охранникам. Костюнтей. Я какой-то француз. Гигантов его в племени вообще окей. Окне, всплывающее окне, обратите отчет под автором гигантов, покажите его остававшееся время жизни. Новый охранник будет обычным мутантом. Спасибо за понимание, поддержку. Если у вас есть другие вопросы или предложения, дайте мне знать в комментариях под данным роликом. Да, напишите, я им отвечу. Так, что там? Хай. Ого! Я думал, мы так сделаем. Они реально капец сильные. Ладно. Всем огромное спасибо за просмотр. Сам Макс Риск. Я не знал, что ролик реально затянулся. Сори за это. Монтаж не могу делать. Он будет занятый компьютер ваш. Мой. Это занял. Что? Я показываю, что я. Вау! Банан, блин! Нарисованный, реально, вы почему прикалываетесь? Good works. Хорошая работа. Офигеть, не банан нарисовали. Дайте мне только скачать нам превьюшку, реально. Дайте, поддержите канал. Я поддержу вашу игру. Я там буду другие еще игры снимать, чтобы было больше аудитории. Чтобы знали про вашу игру и про мою, в принципе. Я тоже хочу разработчиков, я хочу приказ лично вы. Я понял. Но это разные вещи. Вещи разные. А там банан. Те бананы. Вон. Да сейчас голограмма, ага. Не, ну прикольно, Тима. Все. Хватит. Что еще есть? Вы чё? Дай мне его. Дай, магазин Рейк. Дай ты мне его. Берите. Где он? Хочешь его? Добей его. Найди его. Магазин Рейдинга. Как его получить? Вот так, набери 1000. За 6 часов. Так, Новый год, праздники, но я не смогу набить. Кстати, а почему на угод вы снега не рассыпали, как играет зубы? Вот реально, рекомендатор разработчикам рассыпать снег. Сообщите им, если кто знает. Не сообщать тоже, в принципе, можно. Но некомфортно, это я пишу им. А не. Блин. О, вот тихо. Вау, Иган красиво так. Ну, в принципе, это не так уж и важно. Но моя рекомендация снег рассыпать. Всем спасибо за просмотр, с вами Макс Риск, всем бай-бай, удачи, пока.